Axius Link, спасибо. Так, сейчас попробуем. Экстаген, что ли? Бля, сука. А, так. Молодец, молодец. Погнали, ребят. Слушайте, знаете, Twitch FM уже что-то не такое говно. Быдло, ты ебаная. Не понял. Не могу... В смысле, не такое говно? Че, опять повзрослел, что ли? Ой, да говно смотреть, пизды. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Слушай, а ловко ты это повзрослел. Я даже сначала и не понял. Молодец. Я не бежать, привет, чё? Привет, мои смешарики и те, кто еще ими не стали. Соскучились? Тяжелая неделька выдалась. Контента на Твиче было очень много за эти особенно две на моем канале, да. Разбирать. Белочка, спасибо. Подпишись на канал. И Ваня, а спасибо. Потом поставишь, а потом еще и... Погнали. Итак, Гим Битский, спасибо. Итак, поздравим с прошедшим Shadow Кека. Кухню. Что, опять шули у него дали? Валерчика Лагода. Аймари. Банана, Энкрафтс, Верни Шаверму, Джеймара, Монрок и Маркл. Желаем не попадать в опасные Пиздец. Ситуации, ходить вовремя. Каждый день у кого-то дыры, я вам. Поменьше обмазываться говном или шоколадом, ну и просто хорошего настроения. Вы помните времена, когда Молодец. Стримеров было так мало, что типа день рождения был только у меня и еще у пару стримеров, там, помню, Юзе, Читбанет. И все. Три дня рождения в году. Сейчас, блядь, каждый день, нахуй. Стример, 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 стример. На весь год. А да. Мы переходим к новостям. Да как, насколько же это хорошая новость? Блядь, насколько же это хорошая новость? Это просто пиздец. Дождались. Молодец. Появились новые цены платной подписки в Европе. В первый день нововведения Молодец. В СНГ сабов стало минимум в 3 раза больше, и стримы разрывались Молодец. От уведомлений. Да они сейчас разрываются-то, блядь. Аида, спасибо. И дальше это поутихнет и будет стабильный Молодец. Рост подписок на всех каналах. А че, цена в 4 раза упала. За идиот, Алимжан. В СНГ и не только, а для первой сапки действует еще и скидка. Кстати, во всей Европе тоже подписка на 1 евро подешевела. Поздравляю всех и надеюсь Молодец. Первую неделю стримеры не врубит сап-чат, чтобы Ксицев, еще спасибо. Больше бустанут сабы в точках их. ЕТАП тестирует новую подписку. Отличная идея, кстати, да. Рекламу Молодец. На всех видеороликах. Но Евгур, хик, спасибо. Будут недоступны. В Рашке пока этой подписки нет. В странах она стоит в 2 раза дешевле. На каждого? Не-е-е. Чел, который сидит с адблоком. Twitch и Facebook Gaming обновили рекорды по количеству часов просмотра. За 3 месяца набрали Молодец. Около 9 миллиардов часов. 6,5 на Twitch. И больше 1 миллиарда на Facebook. А вот на YouTube только уменьшилось на 4%. Все мединчилики знают. Что летом стата проседает, но так это просел странно. На Ютубе, потому что Эвилон вернулся на Твич и перестал стримить на Ютубе. Причем, кстати, возможно, это и реально так. Ну что, как раз в этот период Твич бьет рекорды. Чекайте, до зимы еще один рекорд, и будет Молодец. Он в 1,5 раза больше. Токсичная киса, спасибо. Как раз насчет этого и Тильту и Дизреспект заявляю, что на Твиче даже не нужно стараться, чтобы найти аудиторию. Да, конечно, блять, скажи это... Тысячам начинающим стримерам, которые сидят, блять, с 10 зрителями, Молодец. И так все не могут найти себе, собственно говоря, того самого зрителя, который бы их стабильно смотрел. Ну да. Конечно. На Твиче так просто аудиторию набрать. Угу. Я шокирован, тебе даже не нужно стараться на Твич. 50 тысяч людей наблюдают, как кто-то там смотрит отстойные соло-игры других людей. В чем-то я... А, да. Понял тебя. Не согласен. На Ютубе нужно правильно расставить теги, описание и превьюху и надеяться на удачу. А вот на Твиче запускаешь поточек, и Твич может тебя магическим образом закинуть в реки, или братишкин с Хесусом зарядят по рофлу, но... Ну конечно. Удержать аудиторию — это уже другой разговор. Не забываем, что YouTube в первую очередь платформа для видосов, а во-вторых уже для стрима. Там баб. Ресурс Insider проанализировал данные Twitch и сообщил, что компания предлагала с 19 по 21 год зарплаты от 60 до 180 баксов в год. Вот за пешки остальных работников, которые удалось... Не вы. Молодец.
Сеньор Манагер. 105 тысяч долларов в год. Ну, что-то... Не, ну, в принципе, нормально. Молодец. И начали блокировать ссылки с эротикой при переходе с Твича. На Твиче вообще запрещены подобные ресурсы, как OnlyFans. Но стримеры обходили этот запрет с помощью... Средний американец зарабатывает за год 60 тысяч баксов. 100к это рели дохуя. А теперь не смогут. Да и 60 тысяч баксов, да хуя. Ты переходишь. Если с Инста или Твича у тебя есть в ссылках откровенный контент, то он будет заблокирован. Где-то плачет стример Шамура с 1 000 000 долларов с OnlyFans за июль. Не знаю, я вчера зашел по ссылке вот этой вот, короче говоря, и у нее там OnlyFans 18+, кстати. Молодец. Прям под плеером. Все там есть. Типа, ну, как бы я, конечно, там подписку не купил. Так, чисто зашел посмотреть, что у нее там за ссылочки. И у нее там OnlyFans, и никто ее не банит. Да я прям сейчас зайду, господи, блядь. О, ля какая. Нихуя себе. Где? Да вот же. Молодец. Да вот же оно, алё, блядь. Че за бред? Че за звук? Нахуй, кто стучит? Ну, короче, вы видели, да? Поэтому я не знаю, о чем говорит... Ох, ебать. Че это, танцы, что ли? Молодец. Молодец. Танцует. Молодец. Пойду-ка я вернусь на Twitch-контору, пожалуй. С сегодняшнего дня начался двухдневный стрим. Тамина, спасибо. Будет проходить в форме COVID-free. Молодец. Вход только по QR-коду. ПЦР-тест можно будет сделать при входе. На экране... Ну что, ходил сегодня кто-нибудь на стримфест вообще, нет? Это зоны расписа... Я вот, например, не был, я спал. ...не мероприятий с 7 по 8 августа. И да, я там буду. Буду а, рад да? с вами увидеться. Твич добавил мэн. Там, получается, такая же вот жаба ходила по молодец. Стримфесту. Джарс Страйков. Теперь стример наконец-то узнает, за какой фрагмент да, нет, ему да, прилетел да, страйк. Да, и да, это да, все да, есть да. в панели. Система похожа немного на ютубовскую. Также добавил... У Амуран 20 касабов, кстати. Ну, я думаю, мы догоним. Генри, спасибо тебе большое. На нее так часто, как на меня, молодец. Не подписывается. Айренем, спасибо, спасибо, это спасибо. Возможность ребят. Скрывать записи еще до стрима. Молодец. Можно будет проверять поток Суняшкин, перед публикацией, спасибо. Что спасает наших стримеров от очередного страйка за авторские права. So this is just the first iteration of the product, and in the future creators will also молодец. Be able to do привет, things like стоп, view VOD content that was targeted in a DMCA notification for a period of time. Also to send counter notifications if you believe that a DMCA Мария Климова тоже was спасибо. Sent by mistake or in error, and you can see the copyrights claim manager right there. You could find that молодец. In your dashboard. Today. Молодец, молодец. Ну, вот за это респект. Надеюсь, Эвли Фэтмакс, будет меньше спасибо. Блокировок. Молодец. Вышла первая серия Амкикай, фильма спасибо. Про стримеров. Говорить рекламы не будет. Ну-ну, от выпуска я услышал половину воды и половину известных уже всем нам фактов. Например, братишкин, который уже в сотый раз дает интервью, я уже знаю наизусть его жизнь. Или блогеры, которые ни разу не запускали поток на Твиче. Но все так и новичкам подойдет этот сериал для понимания, что такое стримерство в Рашке. Не, ну, братишкин реально до пизды что-то этих интервью. У меня их сколько? На пушке одно. На вписке, ну вот в этом сериале чуть-чуть, не, подожди, полноценных интервью. Пушка, вписка, подожди, где еще-то я давал интервью? Все, по-моему. Стенка, а стенка здесь при чем? Это вообще не интервью было. Вы вообще понимаете молодец. Понятие слова интервью? Пушка, вписка, все. Соответственно, больше меня нигде вроде как не было. Осталось только дудь, чтобы прям полноценно все было. И вообще заебись. Ты на стримах постоянно одни и те же истории рассказываешь. Ну и чё, так постоянно приходят новые зрители, новая аудитория. Естественно, я постоянно буду повторять что-то, что я уже рассказывал. Гордон. Ургант. Ну, блять, а еще кто? Да, завтра к Гордону иду, послезавтра к Урганту. А через неделю и Гордон, и Ургант вместе молодец. Будут у меня интервью брать. Кто из них задаст более тупой вопрос? Соревнование. Вот. Не, ну, молодец. Такими успехами, учитывая, как часто на меня подписываются, я думаю, что Дудь реально такой посмотрит, скажет, ебать. Молодец. А стример-то успешный дохуя. Может быть, стоит его реально позвать на интервью и спросить, как он достиг такого успеха? Как он смог, да, привлечь, скажем так, внимание тысячи людей, которые молодец. Реально купили у него подписку, ебать. А ЧБД? Что было дальше? Так там же чисто тупо унижают и хейтят. Даже не знаю, если бы меня туда позвали, я бы, наверное, и не пошел. Ну, я не знаю, я... Не, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Туда надо идти подготовленным, собственно говоря.
Приятного просмотра. Ссылку не оставлю. Мегафоксик, спасибо. Twitch экспериментирует с новым способом рекламы. Будут тестировать небольшой баннер, как на Ютубе. Спасибо, Джессик. Чего, блядь? Баннер. Молодец. Ооо, также это хуйня. Также Twitch добавил смайли Рэй Чамп и Фамилимен в честь обмана. Подожди, а этот баннер будет от самого Твича, что ли? Или это я смогу так баннеры добавлять? Если же сам Twitch, получается, шо, блядь? Прям под плеером будет вылезать вот эта вот залупа. И изображение будет вот так скукожиться из-за этого, да? То есть, ну, это же вообще молодец. Сильно мешать будет, на самом деле. Ну, прям совсем сильно. Также Twitch добавил смайли Рэй Чамп и Фамилимен в честь обновления Street Fighter. Молодец. У меня сразу два вопроса. Почему они не анимированы, ведь фича уже введена в Twitch? И зачем тогда было удалять пох Чамп, если вы все равно юзаете этот тег? Придумали бы что-то новое, ну ладно. В августе Twitch празднует месяц искусства. О, это по моей теме КСТ. Молодец. Hi, my name's Tom DeLongchamp, and I'm an animator and a puppeteer, I guess? Oh yeah, he's definitely a puppeteer. Definitely. Молодец. Definitely. Это за место обычной рекламы, понял. Mostly story artist and pencil and ink artist in the world of... 00:30 по Москве. Среди платных подписчиков 30 тысяч рублей. Collab between us all, and it just is beautiful. Что говорят? Я не понял. Twitch контора, а какого хуя мы не перевели ничего, Теперь на Ютубе можно добавлять трейлеры для запланированных трансляций. Прикольная фишка. Думаю, будет пользоваться спросом. Но как итог, серьезно. Чат все в том же состоянии, точках них. Стас, а как просто попал в аварию на такси? Обошлось все ушибом. Ехал, кстати, на экономии, Айзек, зачем написал показывает? Коммент про эконом. Правда, чине? Также курсет попал под машину на самокате. А потом выяснилось, что у него перелом плеча. Еще раз говорю. Мне кажется, будьте сегодня так просто, реально. Что-то, блядь, все в аварию попадают, всех давят, короче говоря. То Сильвернейм, то Шаверма, то еще один, молодец. То второй, третий, блядь. Мне кажется, какое-то массовое... Ты следующий. Массовое истребление какое-то, знаете ли. Блогеров-стримеров. Молодец. Слишком много совпадений. На дороге. Особенно на самокатах. Удобно, но все же опаснее пешехода. Ебать, видос старый. А, бля, чё ебал? В сети разгорелся скандал из-за высказывания Симпла по поводу Крыма. Аудитория Симпла приняла все слишком серьезно, и теперь Саня получает огромный хейт в свою сторону. Сразу подключились разные СМИ, которые расфорсили эту ситуацию. Зачем? Нахуй. Молодец. Вот им делать нечего. На русскоязычную стримершу напал ее сосед, спасибо. Во время трансляции. Сейчас я травмирую, да пиздишь. Сейчас я вас травмирую, за пошел вон отсюда. Зачем вы так себя ведете? Ебать, сосед жесткий. Один вопрос. Зачем она вообще его впустила в свою комнату? Непонятно. Милха рукой так осталась. Она его не впустила, я читал новости. Он в окно залез и в окно нахуй выломал. Как там, ну, типа, она его не впускала, он чисто в окно. Она, я так понимаю, на первом этаже живет. Он просто взял окно вот так вот, блядь, выломал и залез к ним. Только я не знаю, чем они таким занимались, что в итоге его спровоцировало на подобное. Вот это вот мне непонятно, бля, реально нахуй. Реально непонятно. Сомба второй раз, родилась вторая дочка Мия. Поздравляем. Бразильского стримера арестовали по обвинению в педофилии. Подтверждено пока двое детей. Но исходя из переписок его инсты и других площадок, возможно и больше. Кстати, чел стримит в основном Fortnite. Молодец. И представлялся детям под предлогом продюсирования стримерской деятельности. Ну ще, Fortniter есть в чате. Ты соображаешь, что ты пишешь, блять, а? Хесусу угрожают за фотографию с Кораном. Кто-то поставил отметку на фотографию туалетная бумага, и теперь ему пишут угрозы мирная религия во всех комментариях и аккаунтах. Надеюсь, этот конфликт мирно решится, ведь Алёша тут вообще не при чём. Вы вообще... Это Алёша нахуй. Сейчас я, блядь, буду... Ладно, неважно. Алёша, блядь. Кто? Я Алёша нахуй. Я Лёха. Да вроде как, кстати, вроде как успокоились. Вроде уже больше угроз таких нет. Его видели? А ты охуел, блядь, слышь? Ломились двое мужчин. Сам вообще жаба какая-то ебаная. Один из них пытался влезть в дверь. Спустя час к нему приехала полиция. Может быть, с Хесусом перепутали. Кто знает. Читбанит заразился коронавирусом, будучи вакцинированным. Всем здорово, у меня корона. Не то, что типа ЧСВ, а ковид. Молодец. Прививка что-то не засейвила. Москва ебаная заразила. Я в ахуе.
Есть такая инфа, что медики сами не знают, что колят пациентам. Там может быть вода или новая вакцина, а вот это уже звоночек. Бля, на самом деле, информация официально не подтверждена. Это очень странно. Короче. Я за последнее время, получается, пересекся со многими людьми, которые впоследствии заболели короной. Или, точнее, уже болели короной, получается, да. То есть, чит банет, и на следующий день я узнаю, что у него корона. Еще один чел. На следующий день я узнаю, что у него корона. Короче, где-то 4 примерно человека, 4-5, вот, болели короной, и я с ними прям вот, типа там, общался, прям здоровался, там, знаете, там, может, даже обнимался, вот, по-братски, вот. И на следующий день, оказывается, или через 2 дня, оказывается, что они, ну, болеют. Да не я заразил, они уже были переносчиками. Я это говорю к тому, что я по итогу почему-то не заболел. Ебать. Вот это удивительно. Нулевой пациент! Ну да, я, конечно, какой нахуй нулевой, блять, уже молодец. Больше года прошло, как корона существует. А я все еще нулевой, что ли? Ну да. Ну да-да. Плюс короной так быстро не заражаются. То есть, если вирус попадает в организм... А, ну да, кстати, если вирус попадает молодец. В организм человека, то должно пройти, по-моему, 2 недели для того, чтобы этот вирус начал действовать. Вроде как. По-моему. Соответственно, если я пересекся с ними, с этими людьми, то, возможно, еще все впереди. Пизда. Ну, возможно, у меня все еще действует иммунитет, потому что я же переболел 4 месяца назад, и, соответственно, все обойдется. Желаем выздоровления, Витьку. Зануда провела благотворительный музыкальный стрим в помощь животным. Респект. Сильверни им травмировал челюсть призывки. 2-3 недели назад зевнул очень сильно, открыв рот, у меня вышел диск, здесь суставы или как. Ой, как надо было зевнуть, ты что, блядь, аж поломался. Нельзя есть никакую тяжелую пищу и так далее. Короче, не забывай. Бля, зевать больше не буду никогда. На самом деле, достаточно распространенная тема, и очень много людей сталкиваются с подобными проблемами. У кого-то челюсть выходит, у кого-то сустав и так далее. Вот, надеюсь, ебать, хорошо. Зевнул, всем челюсть отвалилась. Короче, будьте осторожны на стримах, Иисусы. По новостям все. Переходим. Чё, сука, блять, охуел, что ли? Чёрт ёбаный, блять. Ты там говоришь, на стримфест приехал, да, козёл, блять? Ну так давай сюда, сука, приезжай, блять. Или я завтра приеду на стримфест. Ты чё, сука, блять? Охуел, а? Не, ну я, конечно, в ахуе с этого человека. Я в ахуе. Плюс кто проснулся, блять? Шо, все сразу проснулись, да, блять? Так. Вон! Гитману идите на стрим. Вот он не против. Он такой говорит, да я только за то, чтобы люди спали у меня на стриме. А я против. Бля. Сейчас, подожди. У меня мышка развалилась. Сейчас, подождите. Сука, блядь. Сука. Переходим к номинациям. Номинация открывает банан, занявший АФК недели. Чел молча смотрит видосы с одним козрилов, а еще и мой контент называет калом, хотя в жизни не притрагивался к монтажу и 3D-графике. Жаль, что мне похуй, вот мне нет. Чё, блять? Нормально. Твичру решил, короче, ой, Твичру. Ой, блядь, сори. Твич контора, извини за оскорбление. Ой, блядь. Молодец. Молодец, да. Короче, я чё говорил? Банан, получается, обидел Твич-контору, а Твич-контора решила бы сделать АФК неделю. Молодец. Мейкеров мне важно, а твое, к сожалению. Короче, поздравляю, по праву. О! Кринж недели опять забирает Мухан, но да, разделяет номинацию с братиками. Давно их не было тут, КСТА. Бля, он как это? Как попал 89-й сквад, так кринж какой-то начался, реально. Ребята, кто поцелует Белоснежку? Ребята, кто не поцелует Белоснежку? Только нужно не сюда целовать, а в яблочко, блядь, дайте мне в яблочко. Ёбана. Вот типа сплю, типа сплю, типа человек сплю. Попал 8 лет. Типа жду, когда поцелуют яблочко. Помогите, блядь, я сейчас тебя как что делать? Ёбаный рот, блядь. Помогите мне, блядь. Секундочку, помогите мне, блядь, сейчас. Молодец. А товарищи-то в Москву прилетели. Лечиться, типа. Ну, по причине лечения. Молодец. О, ебать, нихуя себе помощь, блядь. Вам помочь? К тебе придут завтра. Завтра? Вам помочь?
Сука. Здесь очень скользко, ты что, блядь, не можем. Рекренты недели забирает кто? Ну да, рекрент, строгой по канонии. Пошли сразу слово, ебаный. Ебаный. Ваня! Блять, против ботов каких-то играет. Дайте я еще раз смотрю, как рекрент играет. Хватит меня отвлекать на всякую хуйню, господи. Раз, два, три. Два. Бля, я так же хочу играть. Что для этого требуется, я просто не понимаю. Руки. А это не руки, что ли? Молодец. Руки, вот. Вот руки. У меня же есть руки. Молодец. Я сексуален. Пиздец. Ну что, у нас новая шипара на хайпе. Поздравляю, кореша и Акулич. Чум. Я ж тебя, блин, люблю. Как, я ну, тебя. Да ну нахуй, реально? Да. Ну нихуя себе. Можно погладить? Погладить. Ты какой хороший! Я знаю. Чё меня не гладишь? А-а-а. Ну это идеально для нее, ну посмотрите. Ты из моей... Кто было? Я, блядь? А может ты гандон? Он там индианыч и сзади акула. Приютил друга называется, блядь. Сразу же в кровать прыгнул к девушке, которая мне нравится. Хуйло, блядь. Зарубу недели отдам Бустеру с его шоу матчем по КС. Да какой, блядь? Поздравляю. Заруба недели была у нас вчера с Вовой. На сапках. Вот это реально заруба была, блядь. Заруба аудитории. Молодец. Вот именно, что молодец. А вот эти вот шоу-матчи, они заебали уже, блядь. Одно и то же, нахуй. А тут что-то уникальное было, что-то необычное. Реально заруба. А это, ну, блядь, Twitch контора, это вот, ну, реально. Вот чел, ну, чел, ты, блядь. Все, что я могу сказать. И выиграют этот матч 2-0. 4:25 по московскому времени. 4:30 утра. Рассвет. Выхода нет. Ключ повернул Саша вместе с Диглом, и как же прекрасно. Ощущение, молодец. Вот реально, вот прям, как будто высвободилось все. Коллаба неделя. Ну, коллаба. Ну, мы с Вовой опять, когда мы стримами поменялись. Быдло, ты это же реально коллаба охуенно была. Привет. Коллаба неделя, опять же, я и Вова. Обмен каналами. Круто, оригинально, да. Но, молодец. Twitch контора что сюда добавил? Уж точно заслуживает братишкин с его мини-футболом. Молодец. Очень много стримов. Ну ладно, это тоже можно. Стримеров и блогеров собрал. Не забывай больше ключ от трансляции. Да, тиктокеры! Ну, слушай, ребят, сегодня постараемся дать вам максимально профессиональное комментирование. Как убери. Молодец. Юрец. Ой, какой мячик красивый, смотри. Я нам любой на сучке. Ай, бля, а шо нахуй? Вам нужны какие-то серьезные комментарии, что ли, бля? Ой, вот футбол, сейчас мяч пнет нахуй. Хуйня! Кто-то пинает мяч. Нас зря сюда посадили. По мне так заебись было, а чё? А чё? Бля, я думал, какая-то компьютерная графика. А это real life. Я не понимаю, то ли я настолько невезучий еблан, то ли ты просто свинка. 2 часа день и я рю донат, а ты его просто не читаешь. Я твой рот ебал, но все равно спасибо за стримы. Типа тайминг, да? Мы случайно не в Австралии играем, а то тут пожар случился на поле. Молодец. У кого осталось еще одно? У меня все есть. Ну, я подобрала только что.
Очкошник как я. Как можно бояться Майнкрафта, я до сих пор не понимаю. Хантик, забирай номинацию. Оставьте быстрее, ну пожалуйста. День делайте. Блядь, почему туман, блядь? Сразу, почему туман? Кропер! Блядь, крипер нахуй. Кропер. Блядь, ну... Пизде, у тебя стоит! Или посмотреть надо. Что такое, Марк? Ходишь, это он еще не играл в хоррор карты. Кропер. Есть такая прическа. Как, блядь? Ой, блядь, что как? Блядь! Что? Что происходит? Ну и актер. Как обычно завершим. На этот раз лайтовой пасты недели. Лес. Бля, может мне напугаться твич контору? Посмотреть видосики или сделать интеграцию. Блять, хочу попасть в номинацию. Самый шуганный стример. Давай лучше посмотрим. Нет, я боюсь твич контору. Вот и дошли до ваших клипов. Бля, ну нахуя, ну зачем? Вот кто нулевой пациент среди паст? Вот есть, ну, как, например, вирус. Это же как вирус, да? То есть есть нулевой пациент, который, типа, поймал этот вирус где-то и начал заражать других. Также и с чатом, и с пастой, да? То есть кто-то, блядь, первый же начинает кидать, а другие как-то, ну, походу, уже начинают у него копировать и тоже кидать. И все, и понеслась, как бы, цепная реакция. Но кто этот первый, блядь, кто кидает пасту в чат? То есть вас много первых, да? То есть вы реально скопировали и такие, так, ну, жду. То есть ждете именно этот момент и такие, и в эту же секунду, ну ладно. Просто я не совсем понимаю, как выглядит человек-паста, блядь. То есть у него какой-то текстовый документ, где все пасты, и он так чисто на клавиатуре у него же там кнопки забиндены, и он так нажимает на одну, там, одна паста, нажимает на вторую кнопку, вторая паста. Как это, блядь, вообще выглядит? Ля, какая, блядь. Лучшая реклама. Я люблю фрутоняню. Мне скины, да, они красивые, безусловно, все. Но мне самое главное, это в игре, чтобы был скилл. Бэ, может, мне тоже с ней заколабить? В Майн поиграть с ней вдвоем? А че, реально? Слушай, а ее случайно не Даша зовут? Похуй, назовем ее Дашей все равно. Она только в CSGO, ну так... В этом и смысл, что она попробует новое что-то для себя. Ольга? Не, тогда не буду. Ну так попробует в Майн поиграть, а шо? В классику, в ванилку. Ря. Кто девочка? Присоедините, пожалуйста, в чат. Кто девочки? Я красивая девочка, подарите мне сапку. Пожалуйста. Пиздец. Мальчики. Нахуй ты это на моем стриме раскрыл, этот секрет? Поговори еще тогда. Послушайте его. Привет всем, чат. Меня зовут Алена. Охуеть! До сих пор в ахуе, если честно. Охуеть! Как так можно? Да, что-то вообще пиздец непонятное. Как ты это делаешь, сука? Пиздец, реально. Это кринжу рядом с тобой, стоя вот так под руку. Простите. Они тебя сейчас в качан бегут и вылетишь, блядь, через дверь, нахуй. Блядь, испугался, нахуй. Я думал, он реально вдавил ей в лоб, блядь. Сука, скример ссанный. Все, применить. Блядь, кто-то еще будет... А, блядь. Че это за херня? Долбоебы. А похуй, играем там еще. Господи, ужас. О, долбоё, бля. Пузата хата лучше фиг склада. Чё ты охуел? Уволен. A few moments later. Шеф, меня позвал под стол. Я метнулся, потому что я слушаю, шеф. Потому что я и слушаюсь его. Эй, открывай, пожалуйста. Что тебе ещё надо? Я вступил во фрики. Шеф, в игре. А я ж не смогу её оставить себе, правда? Блядь. Сука. Я вот когда уже сам куда-нибудь поеду, а? У меня же ведь тоже есть руль, посмотрите какой.
Реально. Предлагаю завтра. Ой, блядь, ебал. Я говорю, предлагаю завтра. Плюс мем. А что я сделал? Я ничего не сделал. Какой-нибудь кар-драйвинг симулятор. Я ни разу на руле еще не играл. А уж тем более в такие симуляторы, где там учишься на права сдавать. Да. City Car Driving. Ну, и как-то так она называется. Короче, вы поняли. Ну ты дурак, что ли, а? Что вот, такое? Вот в эту херню можно еще попробовать. Что у вас случилось? И так денег нет. Семью кормить нечем. Какой же мясной чел, это пизданул. Бля, зашел корову. Чё за хуйня? Чё за хуйня? Чё я? Молодец. Что это за игра вообще? Ники, спасибо. Ебанутый, вы чё, рофлите с меня? Я упал на текстуры, сука! Чё это за игра вообще? Вообще, знаете, есть такая вещь, что люди... Им интереснее... Про себя, что о чем то, что другое. Молодец. Чё? Ну, то есть, понимаете, да? Что чем другой, как бы, всегда это ты, получается. Да вы земля кругла, Петя! Молодец. Питя! Вам, по-моему, твои просьбы. Блядь, оно иногда так пошатывает, я сейчас обосрусь, нахуй. Давайте. Ох, я критём, блядь, Петя. Я не сохранився. О, мавы. Так, молчим. Держимся. Вид показываю, да, вот. Вот вам вид, чат. Ой, ты, блядь. Господи боже, так, ножки схрестили, не схрещивать не надо. Молодец. Надо ножки, ой, бля. Лобок, спасибо. Фу, кидь, мене тошнить. Мене тошнить. Ебать, красиво. Охренеть. Молодец. Я украл твое лицо. Теперь оно мое. Бля, он опять лицо спиздил. Ой, блядь, ну еще и в таком виде... Единственное лицо, которым пока что не спиздил, это мое. Я же правильно понимаю, да? Моего лица-то здесь нет. Он мое лицо еще не спиздил. Он даже Супер Стаса спиздил, мое до сих пор еще как есть. Почему я тогда не видел, как он спиздил мое лицо, извини. Как есть, блядь. А дайте тогда момент, где он спиздил мое. Ну даже Масленников, Мазелов, даже два Мазелова. Квикхантик, блядь, еще, да вообще четыре. У Жужо спиздил лицо. У Фалентоса. А я-то где? А где я? Внизу? Даже Юзи? А я? Почему мне тогда не скидывали... А, досмотреть? Коллекция. Он спиздил мое лицо! Блять, а чё сам последний-то? Я не понял. Ну... А почему мне не скинули этот момент, где он его пиздит? Слушай, Хес, аналом подписку можно как-то оплатить? Аналом? Не, слишком дешево теперь уже для анала. Но спасибо за 100 бицов. Не, ну я в ахуе. Ебать, ну как это, блядь, мавроди, смотри. Так, это ваши проблемы, что вы вложили деньги. Я никого не заставлял. Все было написано. Те люди, которые вложили свой мем в самом начале, они поймали с этого большое количество денег. Если это ваши проблемы, это ваши проблемы. Бэк? Че это было в конце? Если это ваши проблемы, это ваши проблемы. Пиздец, да, я прям вдохнул. Чатик и стример лучшие меньше, чем три. Ебать, чё они вдыхают? Чё они делают? Чё за хуйня? Быстрее! Хорошо-то как. Не, настоящие алды кайфуют от других звуков. Ой, не, не от этого. Сейчас я покажу. Это хуйня. О, бля. Молодец. Ебать.
Вот это я понимаю, блять, а не вот эти ваши XP. Да там хуйня же, плюм, и все. А вот это да. Балдеж. А сейчас что-то еще будет? Молодец. Нахуй, какой-то ад начался. PlayStation 2? Не, у меня никогда не было PlayStation 2, поэтому здесь я ничего сказать не могу. Nvidia, это ж там просто типа быстро вроде бы. Nvidia. А. Я же говорил, да Sega Dreamcast никто кроме меня не знает, всем похуй. Sega, Playboy карте, что ли? Я шагаю по столу, как Назарбаев в Астану. Только если это, да. Дуры на полу, походка, я медведь Балу. Это же мне не бабушка, а я тебе не внук. Но вот настало время, чтобы показать свой лук. Чтоб забрать свою голду, я достал свою балду. Девчонки понимают, нюху только... Так, все, короче, ладно, давайте уже продолжим просмотр. Да. Что мне произошло вообще? Блять, ты его ногой ударил? Молодец. Ебать, это кусок мяса нахуй. Пиздец, они мамонта что ли зарезали, я в ахуе. По-моему, мясо моется перед... Положи его на пол. Пиздец, заскамили мамонта за шо, блядь? Лошадь? В смысле? Реально лошадь? Они, блядь, что, лошадку что ли захуярили? Молодец. Нет, не молодец. Киксли, спасибо. Ебать! Чисто муравьи! Бля, реально. Муравьиная матка чисто, блядь. Будем сейчас строить. Что не дождусь, пока когда Хес ко мне приедет. О, я, сейчас подожди. Вот это тоже зависит. Она и сейчас существует, но вот эта заставка прям охуенная. Сразу понимаешь, сейчас будет что-то, какой-то охуенный фильм. Мне надо с этой заставки стрим начинать. Итак, Jesus again, блядь. Блядь. Так, шо, Хесус, еще раз. Молодец. Рио-кусан, спасибо. Что не дождусь, пока когда Хес ко мне приедет, вообще будет заебись. Мы ему тямку сицилийскую найдем. Не надо, на. Прям такую уже везде. А нахуй оно мне надо? Весь кастом, уже баста. Горячую, красивую. Средиземноморскую. Не, брат, откат. Чтоб он потом, когда со своей тямкой сицилийской приедет в Москву, чтоб там все бабы от зависти просто. Да, да. Не надо, нет. Так, о! Что за хуйня, Дядь, блядь, ты как тут оказался? Жестовый, блядь, сидит в стриме. О, Володь, привет, чё, как там у тебя дела? Кекве, кекве, кекве. Заходи, бежу я к Октавбару и пукаю. Алина! Ой, бля. Опа, ничего себе. Сейчас попу ставлю. Да, давай. Молодец. Кьюти Плак, спасибо тебе большое за новоплатную подписку. Макс, вы это уже видели. Че? Ну ты, Макс. Да. Вон, видишь, что? Смотри, вверху альтар будет написано. Попроси у Твич-конторы, чтобы он тебе сделал заставку. Ты? Привет! Че за хуйня? Молодец. Ебать, че это за игра была сейчас? Молодец. Чтобы использовать очки теплового видения, нажмите 3. Саппауэр 3300. У, сука.
А у меня знаете сколько сабов сейчас? 5280. Ну я понимаю, что у него сейчас вроде больше. Но в любом случае. Изя. Я профессионал. Молодец. Привет, пацаны. Ой, блин. Фу, Дима, ёб твою! Молодец. Рейдж, ты спасибо, дурак. Димок, спасибо. Фу, блин. Патрон еще. Хорош. Как мы это выиграли, блядь? ДНТ, ДДД, спасибо. Дэдмэй, спасибо. А вы что, раздиффузили? Фуд. Кингдом, спасибо. Аркаш! Вы два... 30к одному Аркаш, челу, да. Ботинка, блядь. Да, одному челу 30 тысяч. Резня! Блядь, он, блядь! Молодец. Мистер Зурок, инструктор, нахуй, я очень волнуюсь, мне нужно следить за дорогой. Поэтому я пишу это тут. Пожалуйста, молодец. Заставьте меня остановить машину. Снимите с меня мои руки и меня за сосочки. Завалите меня на заднее сиденье и жестко трахните в задницу. Потом мы просто забудем это. Дума, кадаврушка, спасибо вам, ребят. Да у меня работает, блядь. У меня работает микрофон. Что у меня байтить пытаетесь? У меня работает микро. Алло. Трахни микро, трахни микро. Сузуля, спасибо. Что это, блядь? Звук! Трахни звук! Свой респект. Респект. К сожалению, телефон сел, фоткаться не могу. Молодец. Бро, у тебя упал он. Ты на него наступил, слышал? Да. Молодец. Блять. Ну, блин, это неуклюжий вообще. Блять, разбил. Молодец. Ну, мама убьет нахуй. Ладно. Молодец. Хорошего стрима. Чатик. Нихуя дурак. Ради контента телефон разбил. Ладно. Я тоже вот разбил, видите? Ебать, пиздец, блять. Не могу даже время нормально посмотреть. Просто вот пишет мне. Чё мне пишет? 20. Чё нахуй там? 2 пишет. 2. 2. Он двоек торчит. А сколько? 2. Молодец. Ну, 2. Ага. Пишет. Суббота, 7 А. Молодец. 7 А, ебать. Фу. Автобус, что ли? 7 А или чё? А. Зарядку вообще не вижу. Сколько зарядки? Непонятно. Молодец. Нихуя его знает, сколько зарядки. Не видно зарядки. Видите, там... Она же вот тут отображается. В этом углу. Молодец. А не видно зарядки. А что делать надо? Я не знаю, что делать. Купать подписку платную на моем канале, может быть, тогда я куплю молодец. Себе новый телефон. Бля, чехол, может, купишь? Да поздно уже все, все уже разъебал. Молодец. Все, уже поздно. Чехол не починит телефон. Молодец. У тебя же гарантия, да. У меня гарантия. Но вы знали, что это все наебалово? Молодец. То есть, конечно, тебе его могут поменять, в теории, да и на практике молодец. Тоже. Тебе его могут поменять, починить и даже новый дать. Но ты приходишь в магазин и говоришь. Молодец. Вот у меня есть, собственно говоря, та самая гарантия. And кинул. Ок! Молодец. А давай сюда телефон и жди его в течение 90 дней. Молодец. Я такой, молодец, блядь. Ну классно, чё. 90 дней. Я такой, ааа. Они ещё говорят, так, ну ты прям сейчас всё удаляй с телефона, короче, сброс делай. Полный. Ну и 90 дней. Я такой, А чё я буду делать дальше? Сосать? С чем буду ходить? Можешь Nokia взять? Ашу. Ну, это как бы такой себе. Показываю лайфхак. Так, берете. Молодец. Ой. Нихуя себе. Чё за... сгорело каким-то. Хорошо. Бля, у меня тоже сгорело. Что ты нахуй делаешь? Обязаны дать окей. Хоть какой-то телефон. А Nokia тебя уже. Чего в мировое господ? У меня знакомая умерла в 20. О, умер. Лет от короны в реанимации. А этот умер в 30 чем-то. Просто я так. Начал, я уверен, что у меня член больше, чем у тебя. Бля, что с графоном в Fortnite? Господи, ужас какой. Зато мой член используется. О, а вот, это я. И что делать?
Молодец. Тварь, блядь. Пиздец. Ёб твою мать, блядь. Пена! Молодец! Какая нахуй! Пена, блядь! Пена? Пена! Какая, блядь, пена! Молодец! А чё хуй-то повис? Всё, всё, сделал. Я сделал, блядь. Я её пеной назвал. Молодец! Ебать, СШО, блядь. Кто? Saturn. Thanks, Mac, for scaring me for your new toupee. Чего, бля? Подожди, не понял. Не понял. For your new toupee. То есть ему донатят битсы, а они распечатываются? Pay fund. Whoa, fuck. Как? Подожди, не понял. А что за звук? Ага, 300 битсов. А, реально. Подожди, а как так быстро-то? Thanks, Mac, for scaring me for your new toupee. Ебать, надо такой же с донатами сделать. Или с подписками. Ебать, это же представьте, какая у меня стопка будет таких бумажек, блядь, из платных подписчиков. Просто вот такая-то. Огромная, блядь, стопка просто. Реально. Если бы это я сделал тогда еще, когда только подписки подешевели, 2000 бумажек вот таких, это мне даже их не хватит, наверное. Только как это сделать? Принтер нужен какой-то? Че? Читер? А, нихуя. Чтобы вы понимали, он меня так быстро убил, что даже игра не поняла и не прогрузилась. Блять, а чего он ожидал? Ты яйца сырого просто такое. Должно было что-то ну, другое произойти. Чат, поддержите. Да все, блять, никто не донатит теперь, все. Платная подписка подешевела, все люди начали сливать бабло, блядь, в платную подписку. Молодец. Раньше просто донатили 120 рублей, теперь зачем донатить 120 рублей, когда за 130 можно купить подписку? Все. Молодец. Молодец, блядь! И мастерство. Фу. Ию. А я раньше помню, тоже так делал. Я брал сырое яйцо, проделал дырочку сверху. Молодец. Сыпал туда соль. И так вот, хоба, и вообще балдеж, кстати, реально. Но это вроде как бы вредно. Там может быть сальмонелла или как-то так эта хуйня называется, короче говоря, что если яйцо какое-то там, ну, не очень качественное, где-то купленное в говне, да, могут быть проблемы. Вот, но... Вов так же сказал. Да ну нахуй, реально? Молодец. Молодец, чё, молодец. А ещё чего Вов так же сделал? Ёбаный рот. Молодец. Листай, спасибо за переподписку. Блять, какой ужас. Ебать, какой? 7.14. Ебать, какой ужас. Вот это ты очень вовремя, молодец. Вот прям в тайминг. Ты чё, ВГ, просто пиздец. 7.14! Ну, не скупись, молодой, подари подписку. Кто-то в чат написал, какая-то бабушка, походу. Ублюдки, блять! Я офую, всё, пока. Это реально... Ну вот и все. Постараюсь уменьшить хронометраж. Что за хуйня? Напомню, что мы растем вместе и предлагаем идеи тоже коллективно. Так что подписывайся на канал и пиши. Да что за хуйня? Подожди, я не понял. У меня что, блядь? Камера что ли не заряжается? Я не понял, блядь. Блядь, ебал рот. Молодец. Сука, блядь, отвалилась. Блядь. Во, я здесь, здорово. Комментарий, что бы хотел добавить или что лишнее в ролике. Рекламы КСТА нет. Эх, ладно, пойду я спать. Че до следующей недели. ББ, обнял. Да че за хуйня, блять, у него в донатах, я не понял. Охуели что ли, блять? Хесус реально не лох. Нереальный лох. Хесус лох, блять. Хесус реально лох. Хесус реально... Да охуели что ли, блять? Первый это я? А я уже не помню, что я донатил. Ну так там и написано, что не лох.
Так не лох же. И вообще. Подождите. Молодец. Да, я. Вот теперь я точно не лох. Вот сейчас точно, вот в следующий раз точно в этом все убедятся. Сколько я задонатил? А это вот уже не имеет значения, блядь. А это уже не имеет значения, блядь. Блядь, я что теперь, знаете, что захотел? Сырое яйцо. То самое сырое яйцо. Прям молодец. Захотелось так же взять и... Фу, а чё фу, нормально? Если оно качественное, чё бы, ну, яичко-то я хочу. Ебать, что тут происходит? Тайминг. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам.